Ah! Streamer AFK, nice. Streamer не только AFK. Streamer еще и Dead Inside. You know? Ой, бля, ой, бля. Ой, бля. Так. Привет вам, американцы. Hello? Welcome from Russia, you know? Ёбаный закладчик. Где, сука, закладка? Кто-нибудь переведите, что он сказал. No. No way. Мы все равно... А, сука, только забыл. Так, что тут у нас? О, котейка. Получается, здесь нельзя, да, свет включить. Анус, сюда. Какого черта вы творите? Что? Знаю, выглядит не очень, но с этим мне гораздо лучше. Помогает сосредоточиться. Это вы к НИУ подключаетесь? Мне нужно, понятно? Без этого я бы далеко не прошел. Просто пошли. О, как грязно! Столько мусора. Вас фоткаю, чат, улыбайтесь. Такс. Стоп, это толчки, это не то, что мне надо. Типа должно быть две каких-то.
штуки. А дальше по коридору одна штука. Или это не коридор? Это вентиляция? Чего? Повтори, пожалуйста. Да, понятно. Что? Проверьте терминал. Хочу убедиться. Проверяю, проверяй. Дэвид Мунши. Как это? Что это? Ну, вот и все. Ясно было. Это хорошо. Проект еще в разработке, так что... Так странно, столько огней. А что теперь? С неделю мы с Полом будем тестировать. После займемся программой лечения. Ну, Павел, еще пожалуйста. Что не так быстро, когда я верну себя живой? Мы все подготовили, все законно. Поручились доктор Пик и профессор Вэй. Отличный нос. Лекарства практически те же. Будете принимать аспирин по утрам и в общем все. И глицин еще. Пол разработал диету, там разные варианты. Советую попробовать. Можете продолжать физиотерапию и довольно кардио раз в два дня. Хорошо, а не все так просто. Не волнуйтесь, тут нет сложностей. Мы будем вас осматривать раз в неделю и, если что, сможем изменить план. Модель была надежная. Должна была сработать. Вы не виноваты, Дэвид. Как бы я хотел, чтобы все вышло иначе. Да, я тоже. Я хотел спасти вас. Ну, зато вы мой мозг и записали. Может пригодиться вам еще. Да. Кто знает. А вы не против, если я в своей работе использую? Конечно. Это же, можно сказать, часть меня сохранится. Как донорский орган. Знаете, что хуже всего смерти? Что? Авария. Все, что было потом, травма мозга, вы... Все вот это, я даже жить насыщеннее стал. Начал думать о том, о чем раньше было недосуг. Я никогда еще так не ценил жизнь. Да, я сейчас плохо пойду. Откуда у вас мой файл? Вы один из шаблонов доктора Мунши. Устаревший образ. Я не помню, там просто есть что послушать или нет. Нет, да? Окей. Что за устаревший образ? Старый шаблон для создания ИИ. Любой уважающий себя инженер их уже не использует, но они хороши для обучения. Они часть наборов для разработки. Значит, образ моего мозга стал шаблоном для искусственного интеллекта. Гордитесь. Вот и вся тайна. Ни магии, ни путешествия во времени. Я все время был здесь, ждал, когда кто-нибудь загрузит образ моего мозга в костюм и нажмет кнопку питания. Ну,
Получается, оригинал сознания все равно отъехало, да? Мы только копия. Чел, прям чел, все равно F. Оригинал озвучка прикольней. I'm sorry about that. I just actually download Russian version, you know, like... Нет, ваш более плоский, если можно так сказать. Менее динамичный. Спасибо. Прямо гора с плеч. Let's reset router in the sub-level world. Okay. Пошел ресетить роутер. Туда пошел ресетить роутер. Саймон, в последнем отчете персонала упоминается борьба с неким подручным. Подручный, которого мы убили, был слеп, как Ракерс. Но слушал. Осторожно, лазаретом заметили еще двоих. На что они похожи? Не знаю, наверное, на людей, раз на расстоянии их принимают за работников. Высокие, темные, без лица. Похоже, так они выглядят. Буду на чеку. Здесь же ничего нового, правильно? Где роутер, сука? Где роутер? Может, ты роутер? То же самое, да? Sub-level. Sub-level это типа снизу. Под уровень. For contact maintenance. Sinking. Ладно, раз уж я могу, давай нахуй все сотрем. Сейчас все стираю. И понадобится загрузочная флешка, чтобы запустить роутер. Он мертв. Настоящий Саймон. А я копия, созданная Мунша, думающая, что я Саймон. А чего вы ожидали? Не знаю. Не знаю, чего я ожидал. Объяснений, может, извинений. О, ну, простите.
Да вы-то при чем? Ну, все равно спасибо. Я удалил файл, так что, надеюсь, я последний Саймон в этом жутком месте. Гений! Да, пойдемте. Недостаточно гений. Но пойдемте дальше. Ты тоже, да? Знаете, он мне говорит то, что сломан или поврежден. Оп, они все не горят. Может закрыть все? Стоп. Опачки. Опачки. Если повезет, извлечем из него код доступа. Где это сделать можно? Надо исправить подключение к мейнфрейму. Еще что-то? Как-то странно. Кто? Я бы полностью русскую проиграл, но какую купил, такую купил. Получается так. Steam версия. На стенах надписи переведены, да. Я тоже покекал с этого. О, может здесь воткнуть эту, а там ту? Еще может еще флешки есть? Здесь все коцано. Здесь тоже все коцано. Ну здесь я все вытащил. Коцанное вытащил. Коцанное
вытащил. Вытащу. Синкинг. Это не Steam, понятно. Пальма. Такс. Тогда забираем. Это пока тоже забираем. Не буду подсказывать, не надо. Устаревший образ, который был на компьютере. Для чего вы его? Это шаблон, который уже есть некий интеллект. Так что для того, чтобы построить ИИ, мне не нужно изобретать заново всю модель. А можно сосредоточиться на конкретном применении ИИ. А все ИИ осознают себя? На флешке вставить, то дверь откроется. Себя Саймоном? Что? Нет, Саймон, не волнуйтесь. Если вы думаете, что мы просто помещаем людей в роботов и машины и выпускаем их на волю, то нет, это было бы очень жестоко. Все не так. По крайней мере, раньше. Полностью разумные машины, считающие себя людьми, это определенно. Но для Ковчега вы сохранили им разум. Ну, да, есть, мне да. Практически пришлось соблюдать метод зала. Да. Да, походу фанатскую сделали, кул. Нет, дверь закрыта. Синкинг. Могу я свет теперь включить? Нет. Что тут есть другие Саймоны или Кэт? Теперь боюсь. Боже, Саймон, некоторые мысли лучше и не озвучивать. Лабораторные терминалы потеряли связь с мейнфреймом. А, вставить флешку. Не волнуйтесь, я разберусь. Внизу? Внизу. Саблевел внизу. Wait a minute. Ага. Понимаю. Судя по рельефу лестницы, возвращаться я буду по-другому, да?
Маршрутизатор, ты? Просто слышно, что она вполне себе неплохо звучит, такая редкость среди наших локализаторов. Ну да. Особенно фанатских. Здорово. Что происходит? Понимаю. Как хорошо все видно. Стелс. Теперь стелс. Как я сюда пришел. Опа. Похоже на то, что мне нужно. Я была касана с этой тварью, но еще инфаркт не случился. Enable to connect. Please reset router. Да я... Стендбай. Окей. Окей, бро. Че не было? По-моему, нет. По-моему, катсцены еще не было. Чел. Чел. Уходи, пожалуйста, чел. Отошел. Set timeout, remember to flip switch back after. Нормально. Прогресс не слетел. Нужно дернуть еще раз. Спасибо за подсказку. Больше не надо, пожалуйста.
что я хуёво себя чувствую, мне нужна дырочка. Хочу кулак в дырочку засунуть. Эх, сейчас бы дырочку. Гачибас. Holy moly! Живешь, да? Нормально все. Окей. И чё? Может быть, какую-то лестницу можно сбросить. Конечно. Конечно, ко мне. Куда же еще идти? Других направлений нет, да, братан? Самое хуевое, если надо нажать на какую-то кнопочку здесь. На одном из серваков. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Окей, я могу закрыть чела, теперь она не побеспокоит, по идее. Может быть, там можно просто вскарабкаться? Я оценил подсказку. Может быть, да. Может быть. Если бы я заметил по центру экрана... Блин, да ее не было, лол, она не всплыла. Я не посмотрел, куда нужно. Пиксель-хантинг — это... Это покчам просто игровой индустрии. Только бы сработал. Я туда снова не полезу. Полезу, если надо будет. А я флешки забрал, да, вроде? А обратно теперь ставить? Что бы подумал настоящий Саймон, если бы знал обо мне? А чего бы? Вы же знаете о себе. Нет, я имею в виду реальный Саймон. Саймон — человек. Судя по вашей реакции, он был бы расстроен. Так, одну сюда. Одну сюда.
Тупик. Ну чё, чё? Ёбнулся, чё не спишь? Так мне это... Мне не на работу? Вот. Этого достаточно. Там должен быть список персонала. Посмотрите, кто может знать код доступа. His construct out, but not carrying to pie. 10 утра в Сибири. Но я как раз по сибирскому времени. Help me cut the way, clearly help if anything it will make post come. It looks so much like and different, and blah blah blah. Another fucking construct size, strong look at. Я ебу, кто из них может что-то знать. Давай всех загружать. Еще и выебывается, посмотрите на него. Я извиняюсь перед всем работающим народом. Нужен кто-то из группы охраны Теты. Группа охрана. А они все нейрографы. Это не то? Может быть здесь? Что я делаю вообще? Ничего? Просто тыкаю? А, группа охраны. Environments. Стоп, это не челики. Это типа комната, да? Окей, поехали по одной. А откуда стример? Из Мухосрани в 300 километрах от Москвы. Тоже не подойдет. Ищите охранников. Кронштадта и Строймейера. Чего? Крошмент и Строймейера? Давай. Вот и все. А что мы будем делать? Мы поговорим с мистером Ваном. Используйте компьютер, чтобы включить. Не так все плохо. Страмайер только зря напугал, сволочь. Что? Что случилось? Куда все делись? Успокойтесь. Все сдохли, чел. Че? Ты эмуляция. Что случилось? Я ничего не вижу. Тут ничего нет. Не волнуйтесь, мистер Ван, через скоро все пройдет. Га-га. Нет, это ложь. Хотя? Вы врете. Так, успокойтесь, мистер Ван. Смотри, нет, что делать. Нет, зачем вы так со мной поступаете? Я вам верил, чёрт, я верил вам. Нет, кажется, не мы подходит. Его, получается, да? Оживили? Это ведь идеальный образ прямо для ковчега, самое то. А потом мы его отключили. Снова лишили жизни. Я думаю, что все получится. Может, можно еще попробовать? Еще раз, чел такой, ёб твою мать, не надо. Не так. Дайте плохо. Хотя бы сдохнуть. Страмайер только зря напугал, сволочь. Что? Что случилось? Куда все делись? Не бойтесь. Че? Что случилось? Я ничего не вижу. Тут ничего нет. Все хорошо, так и должно быть. Нет, это ложь. Вы врете. Не переживайте, мистер Ван. Нет. Зачем вы так со мной поступаете? Я вам верил, чёрт. Я верил вам. И еще раз, давай. Это не сработает. Нужно что-то еще. Вот этот из Мстителей сцена. Страмая. Там, где он приходит еще раз. Что? Доктор, что кто-то случилось? Там, Стрэндж. Куда все делись? Мистер Ван. Чё? Что случилось? Я ничего не вижу. Тут ничего нет.
Не надо волноваться. Нет, 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 это ложь. Вы врете. Мистер Ван, прошу, успокойтесь. Нет, 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 нет. Зачем вы так со мной поступаете? Я вам верил, Чун. Я верил вам. Для работы нам нужно что-то еще. А что еще? Да-да-да, я пришел договориться. Флот, танк. Копи ту чип. Копи ту чип. Я что-то скопировал. Может быть, он будет спавниться в другом месте. Нам. Не так все плохо. Страмайер только зря напугал, сволочь. Нихуя, это то же самое. Что? Что случилось? Куда все делись? Окей, думай, Смифейс, думай. Подождите. Саймон, вы сбросили симуляцию. Да. И чё? Типа он не видит, да, все-таки вторую флешку надо вставить обратно. Вставляем. Там один чел. Я не могу другого выбрать. Трансфер динайт. Барб дата. Зорери. Контейн дис файл. Бля, а чё это делает-то? Здравствуйте, ответьте. Нужна помощь в лаборатории. Комната сканирования. Что случилось? Качал терпение, да, мне не надо пока подсказок. Господи, как? Маузером. Что мне делать? Я должен сказать Стромейру. Не надо, пожалуйста. Я почти закончила. Стромейр закроет проект. Я не виновата, что люди убивают себя. Кэтрин, что вы предлагаете? Вы же не будете тайком выносить из лаборатории тело в 120 кило? Ну да. Кэтрин, вы в порядке? Ну, я понял то, что там можно скастомизировать, но это вот ты нормально подсказал в тайминг. Но типа, как мне это скомбинировать? На том компе я выбираю то, что уже есть. Copy to chip. Gun room is already. Ну, типа... Scan room мне не хочется, я пробую что-то другое. People already contain this file. Окей, уже содержится. Возвращаемся, но там non. Или не? Не так все плохо. Страмайер только зря напугал, сволочь. Что? Что случилось? Куда все делись? Мистер Ван. Чун, что случилось? Я ничего не вижу. Тут ничего нет. Не волнуйтесь, мистер Ван, скоро все пройдет. Нет, 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 это ложь.
Do not use. Окей. Already contained this file. Да блять, да... Чел, здесь должен быть... пляж. Поехали. Но это не пляж. Саймон, какого черта? Прекратите. Может, я... типа, ставлю ее сюда? Это она или вторая? А, все это время здесь был второй... Понял? Бьяч. Поехали. Не так все и плохо. Стромаер только зря напугал, сволочь. Что? Как я сюда попал? Смог. Доктор Чун, это вы? Что случилось? Что это за место? Все хорошо. Нужно помочь Тедди. Нам нужен новый код доступа. Доктор Чун, я слышу ваш голос, но тут никого нет. Тут нет никого. Тут пусто. Все правильно. Тут слишком пусто. С этим местом что-то не так. Это все не настоящее, не настоящее. Выпустите меня! Выпустите меня. Отключать его надо? Нельзя оставить живым, пока не получим код. Чем дольше он будет в компьютерной модели, тем больше на ней зациклится. Ну и дали бы ему привыкнуть, что такого. Он тогда сошел бы с ума. Так что лучше включать ненадолго и минимизировать страдания. Ну ладно, сканрул. Do not use, так сказать. Не так все и плохо. Стромаер только зря напугал. Сволочь. Что за... А где Элис? Мистер Ван, вы меня слышите? Чё? А где Элис? С ней все хорошо. У нас мало времени, мистер Ван. Мне нужен новый код доступа. Что? Зачем? Для чего он вам нужен? Это фокус. Успокойтесь. Я знал, вам нельзя верить. Тут все фальш. Ты меня не сломаешь, Нио. Слышишь? Не сломаешь! Я думаю, что сцена должна превзойти его ожидания, ведь как только он начал сомневаться, все рушится. Вы правы. Надо это обдумать. Нужны еще данные. Не так все и плохо. Стромаев только зря напугал. Сволочь. Что? Что это? Где я? Глубоко вдохните, мистер Ван. Все хорошо. Доктор Чун? Куда вы меня запихали? Мне нужна помощь. Нужен новый код доступа. Зачем вы это делаете? Это какая-то уловка? Ничего я вам не скажу. Пожалуйста, нам очень нужен код. Нет, вы врете. Это все ложь. Да вы оглянитесь, это гребаный цирк. Вытащите меня, Чун, или я вам врежу. Охуенно. Сколько раз мы это будем повторять? Ну уже, Саймон, не опускайте руки. Не, ладно, окей. Не так все и плохо. Стромаев только зря напугал. Сволочь. Что? Что это? Где я? Все хорошо, мистер Ван. Расслабьтесь. Доктор Чун? Куда вы меня запихали? Нет времени объяснять. Мне нужно узнать от вас новый код доступа. Зачем вы это делаете? Это какая-то уловка? Ничего я вам не скажу. Это не для меня. Я пытаюсь спасти ковчег. Нет, вы врете. Это все ложь. Да вы оглянитесь, это гребаный цирк. Вытащите меня, Чун, или я вам врежу. Эй, значит, мне нужно еще что-то. В чем смысл делать одно и то же снова и снова? Если мы возьмем отсюда. Вот эту флешку. Могу ее вставить? Нет? Not test environments. Окей. Okay.
Поехали, мистер Чу. А, не. Чу, это наоборот. Наш робот. Сейчас человек, которому он доверится. Охуенно, спасибо за подсказку, братан. Как мне свапнуть чело? Сердце чип контент скан дата. Так что ли? Нет, так ничего нет просто. Иди нахуй. Можно удалить его как-то отсюда? Гай Конрад. Может жить. Male, female. Бля, чел, удалить бы тебя отсюда, конечно. Попробовать как-то. Чел на этой флешке хранится. Но когда был выбор, только эта флешка и была вставлена. Окей. Блять, там был уже выбор, там, блять, на флешке есть нужный чел. Пиздец. Как мне выбрать, блять, другого чела? Алло, нахуй.
Может, я зря удалил их? Restricted. Типа нет доступа. Внешне, окей, внешних устройств типа не найдено, да? Это вот уже имеющиеся или... Блять, а можно перезапустить? FNDX? Нет. Как Америка, ну это типа корнями из Америки или чё? Это Татьяна, которая уже есть или... Которую надо загрузить. Па-па-пам. Флешку с челом в тот комп я не могу вставить.
Свалить я не могу отсюда их. Доступа нет вот на одну или другую. О, блядь. Сарян, если ты здесь, сейчас стопорится прохождение из-за того, что типа я в неверном порядке просто флешки вставляю или что-то посерьезней? Типа есть же две флешки, правильно? На одной из них там куча людей записано. Я просто не понимаю, как выйти обратно в этот список людей, как загрузить его. Я понял то, что можно потравить другого чела. Хотя чел правильный. Типа мне модуль другой нужен. Но больше 100 компаний ничего не могу загрузить. Флешки. Вроде нет. Окей, I'm give up.
Я открою вам замок. Чтобы его узнать, симуляция должна проходить без помех. Брэндон упоминает некую Элис, они вместе сканировались. Элис Костер? Нужно попробовать убедить его, что она в симуляции вместе с ним. Может, разговорим его. Правда, не знаю как. Поищите еще. Элис и Брэндон без сомнения пара. Отлично. Тогда надо придумать, как вести ее в его скан. Я жду, пока Страски и Альвара соберут вещи. Спускайся вниз, встретимся там. Не задерживайся. Не волнуйся, скоро будем. Отлично. Это просто замечательно. Вы по интеркому слышали? Наверное, буфер передачи. Ждите. Отлично, это то, что нам нужно. Придумала, Саймон? Я могу синтезировать голос Элис из интеркома и воспроизвести его в симуляции. Так мы заставим его выдать код. Отлично. Это просто замечательно. Отлично вышел с интерком. Вы можете анализировать данные. Как это у вас получается? Да как-то само получается. Само говорить. Это очень интересно. Да, а теперь все девушки мои. Да, само. Значит, она будет с Брэндоном в симуляции. Не так все и плохо. Страмая только зря напугал. Сволочь. Как вот хорошо, ты, что все легко обошлось. Элис, а что с комнатой? Ничего, ничего. It must be the scare. We can't see things. Ты какая-то странная. What do you mean, honey? Не знаю, кто ты, но лучше проваливай. Черт возьми, это что? Что вы со мной сделали? Извиняюсь. Не так все и плохо. Страмая только зря напугал, сволочь. Что с комнатой? Понял. Перестаньте сбрасывать симуляцию. Это важно. Не так все и плохо. Страмая только зря напугал, сволочь. Ну что, я сам виноват. Все нормально, я с ним поговорю. Голова болит, да. Ладно. 1729 через 42. 12 через 407. Записала? Да, я поняла. О чем это вы? Нет, стойте! Все, хватит. Мы узнали, что нужно. И мы тоже такие? Симуляции? Да, но это не так уж и важно. Вы все еще вы. Я не знаю, что делать с данными. Вы решите. Ставим. Так, а это был код от Рума, да? Саймон, мы нашли. Теперь можно идти к данным. Возвращайтесь. А, вниз уже. Леонард Данвард. Он много месяцев пыль собирал, так что быстро не выйдет. Так, ну вот и все. Готово. Отправляемся и... Странно. Неважно.
Что нужно сделать? Отправляйтесь в док. Умный инструмент откроет дверь. И садитесь на Данбот. Подключите меня, и я спущу нас в бездну. Вроде несложно. Что-то по Данботу. Пустишь? А, мимо. Пустите.
Ползем. Спасибо. Хилочка. А добрая. Чё? На столе должна быть эта штука. Штука. Питание мы включили. Что это? А, вот эта штука, лол. Это оно должно быть включено на столе.
Ага, транспортировать сюда? Никак. Постойте-ка это. О, нет! Нио добралось до батискафа раньше нас, да? Оно говорило. Вряд ли это хороший знак. Черт! Данбот был нашим лучшим шансом. Я так надеялась, что он работает. Послушайте, нельзя сейчас отступать. Должен быть другой способ. Подумайте, как вы это сделали? Как вообще команда спустила ковчег в бездну? Если они не пользовались Данбот, остается только вариант с подъемником на Омикроне. Это нечто вроде лифта. Опускается прямо в бездну. Ладно, значит, так и сделаем. Идем на Омикрон и садимся в лифт. Да, хорошо. Конечно. Отправимся на Омикрон и будем надеяться, что там есть для вас энергокостюм, чтобы вас не сплющило давление в бездне. Ха, звучит интересно. Что ж, вперед. Стойте, а что это тут? Похоже, тут много информации по ковчегу. Тут и прототипы, и другие данные. Хорошо. Давайте начнем. Я хочу увидеть, как это работает. Может, удастся выяснить, как попасть на ковчег. А вы не знали, как нам туда попасть? Не знала, сложно ли.
Попробуйте загрузить скан заготовку. Должно быть просто. Я хочу убедиться, что понимаю, как формулируются данные образы до заморочки с настоящим ковчегом. Запустите симуляцию и нажмите на паузу, пока выполняется код. Так я получу срез процесса. Получила? Алло. Нажмите на паузу, когда загружена заготовка, иначе я не пойму, работает он или нет. Надо поймать, когда образ загружен. Нет, попробуйте еще раз. Заготовка должна быть загружена. Жмите на паузу, когда загружена заготовка. Все так точно, так идеально. Сам себя не похвалишь. Что? А, да. Мы теперь знаем, как попасть в ковчег. Вроде бы. То есть? Просто я толком не знаю, из чего вы состоите. Может, есть какой-то способ вас подключить или просканировать. Надо это узнать перед уходом. Немного тесновато. Выключатель достаете? Радиации мне бояться надо? Думаю, нам это уже лишнее. Интересно. Вы, похоже, едины целы со своим скафандром. Все сошлось воедино. Как тогда быть с костюмом, который мы возьмем на Омикроне? А, мне кажется, они там больше. Вы прямо в этом поместитесь. Имаджа? Кто это? Кажется, основой для вашего тела стала одна из моих старых коллег. В череп был вставлен стандартный энцефалочип для роботов вместе со считывателем данных и акуторч. Что? Структурный гель спаял всю конструкцию воедино. Потрясающе! Не-не-не, стоп, постойте, я что, ваша старая коллега? Ну, тело от нее. Имаджин Рид. Какой ужас! Эй, не говорите так, она была моим... Была добра ко мне. В общем, энцефалочип — это хорошо. Значит, мы сможем передать ваш разум в ковчег через место пилота. Кэт, я же наполовину труп. Да, логично. Вы подумайте. Вспомните все недалекие умы, которые мы тут видели. Просто оживить мертвое тело, очевидно, что этого недостаточно. А в теле робота люди становятся не очень надежными. Вы лучшие из обоих миров. Крепкий разум в крепком теле. Крепкая, в скобочках, кожаный мешок. Ну и все. Можно идти на Омикрон и искать мне новый костюм? Да, пора идти. Возьмем про запас этот ковчег? Нет, он не поможет. Это прототип. Отлично, пойдем налегке. Идемте. Не забудьте взять меня с собой. Едем. Стромайер. Брендер, ты где? Все вышло из-под контроля. Я в секторе РД-4.
Ты отвелся, князь? Да, пока что мы в безопасности, но тебе надо поторопиться. Они узнают, где мы, и придут за нами. Об этом не парься. Лестница закрытая, лифт я убил. Вытащил соединительный чип. Зачем? Ты ведь теперь тоже застрял? Только так вас можно уберечь. Садитесь в шаттл, отправляйтесь на Микрон. Черт возьми, Иван! Вот не мог ты без героизма, говнюк! Удачи, сэр. И скажите Элис, что я ее люблю. Что-то не так подключен. Все равно не работает. Чего-то не хватает. Все равно не работает. Чего-то не хватает. Ебать дверей. Здорово. Таблеточек. Есть флешка, а? Какая-нибудь по-братски. Такс. Thank you.
это мне показывали раньше. О. Сука. Уходи. Где мы сейчас? Зе, да? Окей. Все равно не работает. Чего-то не хватает. И что теперь? Надо отформатировать чип? Наверное, я неправильно исправил. Чего не хватает? По эти штуки теперь закрыть надо, да? Но... Блин. Kickspart, update chip. Как мне update chip?
Кажется, это было слишком громко, да? Окей, мы это слева сверху. Получается снова туда. Получается так. Пиздос, где я могу апдейтнуть ключ? Ни одна из комнат не подходит, мне кажется. Где-то в другом месте делается.
Ах ты, ебать, какой умный. Окей. Такс. Пожру. Сделаю пожрать и вернусь. И пожру.